Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередные серии 5 сезона сериала «Балабол» вы сможете с понедельника 25 октября на канале НТВ. И в 11-12 серии вы узнаете о том, как Саню едва не сбивает машина. Это дело рук снайпера, местного киллера, которого нанял Хасан. Игорь Иванович, шеф адвокатского бюро, где работает Маша, поручает ей защиту уличного художника, сына бизнесмена Изотова. Балабин задерживает парня за создание граффити на фасаде здания. Маша защищает парня в суде и выигрывает. Вскоре находит труп девушки, с которой у задержанного был роман. Теперь Балабин подозревает юного художника в убийстве. В 13-14 серии под названием «Под колесами любви» вы узнаете о том, как Саня и его команда вместе с офицером ГИБДД Харитоновым занимаются новым делом. В городе угоняет очень дорогие эксклюзивные машины. Неожиданно Зоя узнает в угонщице свою одноклассницу Риту. Рита признается ей и Джорджу, что занимается угонами, чтобы спасти своего отца. Отношения Зои и Джорджа перестают быть тайной. На Саню совершается покушение, но он не понимает, кто и за что хочет ему отомстить. В 15-16 серии под названием «Одноклассники» вы узнаете о том, как Саня впервые за 30 лет решает поехать на встречу одноклассников. Там он встречает свою первую любовь Юлю, которая стала женой главного плохиша класса Вована. Вован, которого благодаря Сане когда-то выгнали из школы, ведет себя довольно-таки агрессивно и провоцирует Саню на драку. А через какое-то время Вована убивают, скинув с лестницы. Следствие постепенно выясняет, что у каждого из бывших одноклассников был мотив для убийства Вована. В 17-18 серии под названием «Срочно в больницу» вы узнаете о том, как Джорджа ранят. Он лежит в больнице, куда привозят якобы больного преступника, чтобы устроить ему побег. Саня с Машей идут в больницу проведать Джорджа и оказывается в самой гуще событий. В 19-20 серии под названием «Расплата» вы узнаете о том, как Джордж решает сделать Зое предложение. У Маши при этом собеседование в адвокатской конторе. Кузнечик забывает об этом и подводит жену, они ссорятся. Саня проводит ночь с Анжеликой. Карандышов-старший переводит Кузнечика с повышением в Москву. Маша остается в городе и предлагает Быстрицкому стать партнером в новом адвокатском бюро.